Привет, дорогие друзья! С вами Экстреса в Пати Дрю, и в этом выпуске я хотел поностальгировать, погонять Brawl Pass, поиграть в бой с боссом, а перед этим рекламная пауза. Ребят, я хочу вам перебудовать топовый сервер в Дискорде Wine World, ребятки. Ссылочка в описании, очень топовый сервер, куча всяких плюшек. Вступайте, и мы переходим к ролику. Дорогие друзья, вот, бой с боссом у нас, поехали поиграем. Сорян за мой голос. Просто я что-то не знаю, что голос хрипит. Вот, поехали, погоняем в бой с боссом. Вот он у нас, ребята, дорогие друзья. Вот, и у нас, кстати, появились эмодзи. Сейчас, прямо сейчас можно купить эмодзи. Я не знаю, ребят, покупать ли мне эмодзи или нет. Пишите в комментариях. Мне просто интересно посмотреть, что будет в других играх. Мне интересно, как это вообще выглядит. Как это будет выглядеть, типа, новые значки или как. Как, ребятки, это будет выглядеть, мне просто интересно, потому что с Гейлом я знаю как. А какие там будут именно эмодзи, я сам, ребята, не знаю даже. Поэтому, когда ютуберы купят, посмотрим, посмотрим, да. Почему я решил, ребята, записать данный ролик? Просто я не хотела сегодня, ну, такого ничего записывать, только... Да, чуть не спалился, только вечером еще один ролик записать. Но что-то я решил, ну, почему бы не записать про бой с боссом, потому что я обычно не записываю. Просто, ребятки, поностальгирую, потому что я буду снимать, ребятки, как я прохожу Brawl Pass от начала до конца. И вот у меня уже 15-й там уровень, что ли. И я думаю, за 3 дня это неплохо, ребят. Ну, реально. Тем более, я не особо, ребята, задротил. Вот. Поэтому думаю, то, что это, в принципе, нормально. Так. Я сейчас могу сдохнуть. Вот, ребят, блин. Я не знаю, донатить ли мне на эмодзи, ребят, пишите, пишите, потому что я, в принципе, могу, но, ребят, я не знаю, какие там эмодзи. Я посмотрю ютуберов и узнаю, какие там эмодзи, потому что сейчас я пока не знаю, ребят. Вот, такая фигня. Так. Так, проходим. Иди сюда. Кстати, ребятки, скоро квесты в 12 часов обновятся. Я лучше бы дождался бы квестов. Ну ладно, я поиграю в бой с боссом, реально, потому что... Блин, давно его не было. И вот он, ребятки, бой с боссом. Капец, блин. Ребята, Гейла хочу. Гейл еще мне не падает. Это жесть, ребята. Гейл еще не падает, да. Плюс еще, ребята, в понедельник конец сезона, а там сундуки за старпоинты еще, ребятки. А там новые челленджи, то есть. И, ребятки, я не забываю то, что у меня есть проекты. Нет, я проекты свои веду, просто не особо часто я их веду. Но, ребятки, в этом сезоне я хочу для себя еще запустить один челлендж, ребят. Один челлендж. И в начале сезона, ребят, я думаю, вы догадались, про что уже. Это будет с апом кубком связано, с апом кубков. Но с каких кубков вы узнаете попозже. Ну, каких кубков именно? Общих кубков. Общих, либо на персонажа, ребята. Поэтому вы все узнаете. Видосики. Музыку я убрал, потому что вы сами говорите, то, что меня плохо слышно тогда, когда музыка есть. Поэтому я и без музыки, ребята. Ой, тихо. Тихо, мансить. Все, ребят. Все, прыгай на него. Хорош. Все, ребятки. Испытание сложное пройдено, и мы получаем 100 жетончиков, да. И плюс еще 40 вдобавок. И это 140 жетонов, и скоро, ребята, я получу себе 20 гемасов, ребят. 20 гемасов, а это жестко. Потому что, если я получу, я могу либо копить на какие-нибудь скинчики, либо я могу потом мои эмодзи накопить, либо взять и пропустить какой-нибудь уровень. Капец, надо теперь эксперт пройти. Но эксперт это вроде легкий, ребят. Эксперт легкий, поэтому давайте. Только теперь, ребята, берем ПМ, потому что ПМ реально прикольная. И поехали поиграем. Ну, короче, поехали, ребят, поехали. Сегодня постараюсь сделать стрим, но не факт, потому что сегодня, может, у меня дела будут, потому что, ну, хоть и самый карантин, вот. Но все равно дела, типа, по дому, типа, вот это всякая такая фигня, поэтому... Вряд ли сегодня будет стримач, но, возможно, ребята, будет, поэтому, блин, я кину вам ссылочку в беседу ВК, да, ребятки? Все ссылочки на мои ВК, на мой ТикТок, на Дискорд-сервер, да, ребятки? Вступайте в Дискорд-сервер, реально, тут, блин, топовые, ребят. Очень вступайте. И там даже есть я, ребята, там даже есть я, и у меня привилегия ютуберка, поэтому, ребятки, реально, вступайте. Ой, ребят, лагает. Что-то лагает. Короче, ребят, блин.
Мы сегодня вроде вернули 600 сабов, то есть 600 сабов, то есть у меня было 602, потом 599, потом опять 600. Короче, спасибо, кто помог вернуть, ребят. Реально, вы лучшие. Вот. И, блин, будем добивать скоро 700, да, ребятки, будем идти к 700. То есть 600 уже есть, и к 700 будем идти. Блин, ребятки, блин, до Гейла мне еще далеко, так как, ну, типа, еще много уровней, но за 2 месяца это возможно сделать, но просто уже, ребятки, уже мне хочется Гейла, мне не хочется задротить так долго ради него. Ну да, персонаж не сверхъёмбовый, ребят, но все равно мне хочется, потому что, знаете, для копилочки, ребят, то, что у меня все персонажи на основе, вот. Опять. Не, опять основ, как говорится, да. Ну, хилка, стреляй. А хилка стреляет тоже, да? Или чё? Тихо. Тихо, давайте. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Убей, хорош. Ребят, тащите. Тихо. Блин, ребятки, я не могу уже. Шанс на Легу дофиганый. И мне не падает этот Гейл. Блин. Бомбит, конечно. Тихо, ребят. Вот этих снеси, брок, хорош. Так, тихо ставим. А наносит ему урон? Она ему урон, что ли, наносит, я не понимаю. Вроде какой-то маленький урон есть, но... Ну, ля, ну ты чё, роботов убить не можешь, а? Хотя я жирный. Но он-то не жирный, но... Это жирный. Но я про ПМ именно говорю. То, что жирная ПМ. Тихо, всё, найс. Всё, ребятки, походу, это победа. Ну, реально, тут уже сложно не победить. Ну, 70к каких-то, 70к, ребят. О, я дурак, куда я поставил турельку, ребят? Я тупанул. Тихо. Тихо. Да, ребятки, мне, кстати, выпала пассивка на ПМ, вы не знаете, блин, сколько гаджетов выпало пассивок за последнее время, вы не знаете об этом, потому что я вам не рассказывал, ребят, тут столько всего выпало, реально. Не представляете, я уже 4 персонажей прокачал до 9-го, там Тика, Джина, Пенни и Примата, блин. Сейчас буду Поку на фул еще качать, блин, капец. Ну все, ребят, давай, Кольт, ну чё это, чё-то, пам, просто, ребятки, все. Эксперт комплитед, и мы получаем, ребятки, законные 20 гемасов, ребят, которые уже из сундуков не получить. Да, ребят, поехали. 20 гемов, ребят, уф. Давно их не было, давно, и у меня 30 гемасов, ребят, и вот я не знаю, мне либо беги ящик открыть, либо, ребятки, юбилейную акцию взять, потом, ребятки, я даже не знаю, блин. Порекомендуйте мне. Ну, давайте попробуем с вами, я не знаю, пройти мастера. Но мастер тоже вроде изи. Но, блин, они как-то тупанули. Просто они за каждый уровень дают по 100 жетонов. Лучше бы они, знаете, как сделали? Вот суперселлы. Суперселловцы, да? Лучше бы они просто, ребят, знаете, как сделали? Просто взяли бы и поставили бы не 100, а вот уже по 250, по 500. Ну, короче, это последняя карточка, ребят. Вот такой вот получился видосик, который я записываю, ребята, в 11 часов. Блин, только недавно встал, вот. И для вас решил записать видосик. Ну, давайте попробуем его снести и все. Ну, проиграем, ребят, даже если не пройдем, мне не важно. Потому что сейчас квесты будут, блин. Подзадрочим. Блин, ребят, фулл аккаунт уже, реально, фулл ах, ребят. Мы этот аккаунт я никогда не разыграю, я думаю, никогда. Ну, даже если продам, ну, это вряд ли, если... вряд ли я его продам, но даже если продам, то тысяч так за 20, потому что, ну, да, типа, фулловый аккаунт, типа, 1000 за 20, ну, может, за 30, ну, я не знаю. Ну, да, ребят, вы скажете, какой 1300 за аккаунт? Ну, реально, этот аккаунт, мне кажется, столько стоит. Но он не стоит 7000 рублей, там, или 10. Но он стоит больше, ребят, потому что... Посмотрите на прокачку, посмотрите на кубки бойцов. Я думаю, то, что... Ну, кубки не важно, а вот то, что прокачка, да. Но вряд ли я его буду продавать. Блин, ребятки, прикольно, мы тащим.
Куда я хилку ставлю? Так, тащим. Жалко, что у меня пассивка не та, которая хиляет на расстояние ближнего боя. Вот. Так, хорош. Ну давай, убей, убей! Тихо, тихо, тихо. Если я умру, сейчас будет плохо. Ну почему ты на себя ведешь? Ну ты видишь, здесь хилка стоит. Ты... Олень. Все, на хилку, блин, ведет робота, капец. Ну все, ребятки, 100 косарей это мало. Ну все, я думаю, надеюсь, мы победим. Надеюсь, реально, надеюсь. И дойдем до безумия. Тихо. О, тихо, ракета какая жесткая. Фу. 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 Так, 14. Ну вы дебилы, что ли, тупые просто. Давай, возрождайся, собака. Фух, мы прошли, фух. И дошли, ребята. До безумия дошли, до безумия, ребят. Найс, найс. Все, вот такой вот получился, ребята, видеоролик. Видеоролик, я. Вот такой вот получился видосик, ребят. Не знаю, понравилось вам или нет. Спасибо, ребятки, все 5 из 5, что... Что, ребят, не понял. Спасибо, ребятки, всем за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.